Юре нужна моя помощь. Надо добраться до точки и позвонить ей. Юрий, слушай, группа беглых заключенных обзавелась очень серьезным арсеналом. Нам сейчас меньше всего нужна перестрелка в жилом квартале. Сможешь разобраться по-тихому? Не факт, что получится тихо, но я могу избежать большой перестрелки. Правда, потом все будет в паутине. Хорошо. Удачи. И снова скрылся. Молодец, паучок.
что ты способен! Ой, гадость какая! Человек-паук? Убейте его! Судя по всему, им не терпится попасть обратно на флот. Я больше не попаду далеко. Осторожно! Подкрепление. С таким поведением условно-досрочное вам не светит. Человек-паук, у меня сообщение о выстрелах. Подтверждаю, но они ни в кого не попадают. Так, держать и дальше. Хорошо, тем более, что кроме меня они ни в кого и не стреляют. Потери! Теперь тихий час. Бежим!
всему, им не терпится попасть обратно на плот. Это тебе с рук не сойдет. Попробуй. Таким поведением условно-досрочное вам не светит. Человек-паук, у меня сообщение о выстрелах. Подтверждаю, но они ни в кого не попадают. Так держать и дальше. Хорошо, тем более, что кроме меня они ни в кого и не стреляют. Печально, что у преступников больше верных друзей, чем у меня. Без вариантов. Не дай мне запугать тебя! Хоть бы раз кто-нибудь вот так же радостно бросился на помощь мне! Или хотя бы просто постоял рядом! Капитан, все заключенные связаны, можете забирать. Спасибо. Мы бы не взяли их без колоссального ущерба. Надеюсь, местные тебе благодарны.
Нападаете на меня, чтобы сойти за невменяемых, что ли? Всем офицерам в намаде. Ответьте. Что связывает преступников с поджиганиями? Они же всегда вместе. Вот это костер! Я расскажу вам историю про возвращение в тюрьму! Нравилось, да? В укрытие! Я покажу тебе! Никогда не понимал тех, кому нравится поджигать здания. Не стоило! Смотрите себе под ноги! Да, Юрка мой! Но никаких селфи! Come on!
почти польщен тем, что Соболь прислала лучшие силы. Почти. Может, мне кажется, но, по-моему, у вас ко мне личная неприязнь. 1043. Беглые заключенные захватили автобус. Происшествие в районе Дэвилшелл. Заложники. Ух ты! А я доеду на нем до башни Мстителей! Беглецы не придумали на свободе ничего лучше. Начали бы вязать или... Паникер, параноик, сторонник теории заговора. Всеми этими словами люди оскорбляли и принижали меня. Но теперь, после долгих лет предупреждений, это случилось. Человек-паук буквально обрушил чуму на наш город. Почему я виню его, а не Мартина Ли? Я виню Мартина Ли. Он заслуживает наказания, но он безумный террорист и поступает соответственно. А вот Человек-паук мнит себя героем. Хотя он, очевидно, знал об угрозе и не предупредил нас. Или он считал, что разобрался с ней, что делает его преступно халатным. Или он с этим связан, что делает и его террористом. Требуется подкрепление. Полицейских обстреливают снайперы. Происшествие недалеко от Лонгакра. Сбежавшие преступники со снайперками. Так себе сочетание. Засада! На меня? О, право не стоило!
Не буду врать. Заключенные с тяжелым оружием мне не понравились. В Хантен-Ярд. Дайте отчет об обстановке. ВТР Ромео преследует группу беглецов. Будет существенных дополнительных убедений. В городе карантин, на свободе суперзлодеи, а я уж подумал, как мы обходимся без погон с перестрелками на высокой скорости. И паук тоже! Избавь нас от него! Получи еще 10 в подарок! Иду в атаку! Но в пользу хороших парней. Еще один человек, который выставил себя в дурном свете. Нет? Надо было сначала открыть. Получай!
один выше. Ребят, а как же все эти песни, что тюрьма ваш дом родной? Как такси. Когда нужно, днем с огнем не сыщешь, а когда нет, так они повсюду. Это самые жуткие злодеи, которых я встречал за последние полчаса. Парни из Соболя чересчур грубят. Может мне вмешаться? Попробуй с тем, кто может дать сдачи. Он здесь, я взял его. Сектор чист. Thank you.
Так, и снова паучок крадется. Блин, тут люди работают. Мне нужно навсегда выгнать Соболь из Нью-Йорка. Агентам, доложите ситуацию в Хеллстекс. Бронепатруль на связи. Цель не обнаружена. Эй! А это превращается в робота? Подмога? Да уж, вы ни одной ярмарки вакансий не пропускаете. Опять? Не, ну правильно, остальные проблемы вы уже решили. Наверное, в мое личное дело лучше даже не заглядывать. При 10-й отправке за решетку бесплатная взбучка! Двое агентов в Хадсон Ярд. Дайте отчет об обстановке. Мы приказали толпе гражданских разойтись. Проводим задержание несогласных. Во время спектакля надо обсудить ваше толкование слова «охрана». Yeah.
серьезно, сколько у вас там сотрудников в отделе кадров? Я оторвался. Проблема с Соболем все больше. Это она разрешила аресты горожан? Или Норман? Это все мне? Не будет мне покоя, пока я всех тут не вырублю. Попробую не шуметь. Отдохни, ты заслужил. Да, нам надо разобраться в отношениях. Хотел бы я, чтобы Соболь приказала им расслабиться. Вызываю агентов в швейном квартале. Дайте отчет. 10-4, ПТР Сьерра. Приступаем к патрулированию. Помыть? Супер! А то я опасался, что скоро бить станет некого.
надо спешить. Юре нужна моя помощь. Похоже, у этих беглецов заложено. Парни, не переедайте! Еще агенты. Я смотрю, на мои паутинки огромный спрос. Сбежавшие преступники воруют еду у нуждающихся. Человечество в кризисе. Хочешь спать? Да! Нам надо разобраться в отношениях!
постоянно звонят взбешенные люди, которые не могут выбраться с Манхэттена. Что ж, я понимаю их желание. Но это же не ответ. Я связывался с Центром по контролю заболеваний. И они уверили меня, что работают над лекарством. Но чтобы их старания принесли плоды, мы должны сохранять спокойствие. Вот почему мы должны остаться здесь. Во-первых, нельзя распространять болезнь. Чем дальше она разнесется, чем больше людей заболеют, тем меньше останется свободных ресурсов. А я получил личное заверение от чиновников из Албани, что к нам уже подъезжают автоколонны с едой и с лекарствами. Простите, у меня срочная информация. Оу, вы должно быть шутите. Похоже, упомянутые мной автоколонны были атакованы сбежавшими с острова Райкера заключенными. Человек-паук, это ты виноват! Ты был там! По самым мягким оценкам ситуации, ты не смог остановить побег. По самым жестким, ты его организовал. Ты говоришь, что защищаешь нас. Поверь, так намного приятнее. Так, и снова паучок крадется. Они такие милые, когда в отключке. Это был последний.
Посмотрим, что они затевали. Юрий, может, я схожу с ума, но кажется, агенты Соболя задерживают людей и просто грабят их. Конфискуют имущество? Может быть, они задержали гангстеров? Ну, скорее, людей с красивыми машинами и драгоценностями. Что сразу делает их преступниками? В их глазах. Цель Человек-паук! Открыть огонь! А вы в детстве так и говорили? Вот вырасту, стану фашистским угнетателем! Да, наверняка! Возьмите отгул на сегодня! Честно! Стреляй, пока не бросил! Плохо, их стало больше. Что хорошо? А ничего хорошего. Взять его! Этот отряд Соболя давно отбился от рук. Соболь Интернешнл некогда разбираться, но там не против, если это сделаем мы. Я бы все равно занялся ими, но так будет даже интереснее. Спасибо. Come on.
подмога! Слушайте, я бы, может, даже сдался, если вы мне разрешите включить сирену! Отстаньте вы! Скажите боссу, что я к ней равнодушен! И что все это попахивает домогательством! Все оказалось сложнее. Спасибо!
Капитан, задержанные вышли на свободу и получили назад свое имущество. Хорошо. Соболь Интернешнл пообещали, что накажут этот отряд. Поверю, когда увижу сама. Тронут вашей заботой о друзьях. Я прослежу, чтобы вас посадили в один блок. Человек-паук? Тоже парней, нам нужна поддержка. Удар! Еще удар! Вот так и мочат героев. Нам теперь нужен фургон побольше. Опасался, что скоро бить станет некого. Город стал чуть спокойнее. Я молодец.
ученые напали на склад продовольствия. Происшествие в Марихиле. Похоже, у этих беглецов заложники. Буду осторожней. Эй! Ты забыл свой тычок в зубы! Агентов прибыло! Если бы эти беглецы были поумнее, я бы волновался. Да, есть немного. Вызываю отряды в Мэдисоне. Дайте отчет о ситуации. ПТР Кило начинает патрулирование. Ищем Бука. Друзья! Орудия вышли из строя. Перешли на мелкий калибр. Отряды в Мэдисоне. Дайте отчет о ситуации. Мы задержали группу подстрекателей. Им будут предъявлены обвинения. Контроль. Это не я. Вы... Да. Нападение на стражу порядка. Эй, а вы понимаете, что вы тут плохие парни? Серьезно!
ясно. Сколько у вас там сотрудников в отделе кадров? Соболь вышла за грань разумного. Не стоило ей верить. Контроль агентам. Доложите обстановку в Граммерсе. КПП зачищен. Высматриваем паука. Парни! Поется «Я люблю Нью-Йорк», а не «Я гноблю Нью-Йорк». В Марихилле. Дайте отчет о ситуации. Бронепатруль выехал. При обнаружении паука сообщим. Контроль, замечен человек-паук. Оружие в бой! Огонь по цели! Контакт! Простите, куда идет этот автобус? Выходим из боевого режима. Отряды в Марихилле. Дайте отчет о ситуации. Мы приказали толпе гражданских разведчиков. Можешь подождать во сне. Содержание не согласны. Эй, стой!
Соболь покупает их сразу оптом. Сохраняйте дух протеста, но чрезвычайное положение лучше переждать.